Выражение «зарыть талант в землю» значит напрасно растратить свои силы и способности. Почему же говорят именно так, а не утопить дар в пруду или спрятать талант под кроватью? Все потому, что фраза родом из библейской притчи. Все мы знаем, что такое талант. Это чьи-то выдающиеся способности. Но в античные времена так называли не человеческое дарование, а денежную единицу. В притче о талантах один богатый человек перед отъездом доверил трем рабам охранять свое имение. И каждому он дал за это денег. Первый получил 5 талантов, второй — 2, а третьему достался 1 талант. Рабы, получившие 5 и 2 таланта, пустили деньги в дело и к возвращению господина удвоили свои средства. А тот, которому доверили всего 1 талант, пошел и закопал его в землю, чтобы не потерять. Поэтому его финансы никак не приумножились. Вернувшись, господин поинтересовался, как рабы распорядились веренными им деньгами. Он похвалил тех двоих, которые смогли получить прибыль, а третьего отругал и забрал у него единственный талант. Так появился фразеологизм «зарыть талант в землю», или, другими словами, не извлекать никакой пользы из своих знаний, умений и опыта.